несмотря на погодные условия, матч, я думаю, показали хороший. Конечно, обидно проигрывать в конце. Так выполнили установку, понимали, что крылья фаворит. Пытались атаковать, выходить в контратаку. Но, повторю, такие игры обидно в конце проигрывать. Спасибо. Пожалуйста, вопрос. Финальный же, как вы считаете, был, нет? Ну, а что толку обсуждать? Если его поставили, был. Но надо посмотреть, надо посмотреть. В конце, в последних минутах ставить пенальти. Посмотрим. Не знаю, этот судья более явно не назначен недавно. Не помню. Со Спартаком. Здесь, видно, решил ставить все. Изначально установка была на ничью, играть? Судя по массивной обороне. Установка, почему на ничью? Мы хотели выиграть. Мы массивная оборона. Конечно, мы дома с лидером не могли играть первым номером. Мы играли вторым номером, но у нас были моменты контратак. Мы их не реализовали. Вообще, вот сравнить второй круг, когда начался, в первом круге вы 0-0 собирались с Калининым. Вот. Динамика какая-то есть у вашей команды? Честно, уже не помню ту игру, сколько матчей. По взаимодействию хотя бы со собственной командой она улучшилась в пару матчей? Ну, если проиграли, наверное, не очень улучшится. Еще будут вопросы? Спасибо.